Мир вам, братья и сестры. Вы знаете, брат затронул сегодня, ну, я бы сказал, самую больную тему нашей жизни, правда? Гордость. Ну, это такое качество коварное, я бы сказал, что, ну, вот куда ни кинься, вроде бы и смиренно поступил, а вот допустил мысль, что это ж я это сделал, и уже ты возгордился. Можно гордиться даже своим собственным смирением, правда? Просто подумать о том, что это сделал я. Или это же меня Господь послал, я сделал как надо. Или же это Господь меня употребил, и я принял участие в судьбе того или иного человека, и я для него не пустое место. А он вдруг ко мне относится так, как будто бы я для него ничего не сделал. Он не оценил моего вклада в его жизнь. Да как это так? И мы начинаем справедливо возмущаться, оценивая собственное достоинство, вложенные деньги, потраченное время, физические силы. И мы все свое можем очень четко оценить, даже немножечко добавить для эффекту. Это то, что мы ценим в себе. И вы знаете, пока мы живем во плоти, вот в нашем теле, вот это наше «я», оно всегда присутствует, оно всегда готово заявить о себе, как только мы ему даем место. А вот дать ему место – это так легко, потому что, ну, как мы и слышали, что нас многое может обижать, многое ранить. И почему оно так нас затрагивает? Почему оно нас так касается? Почему оно наносит нам такие раны сердечные? Потому что мы любим себя. Потому что мы ценим самого себя и высоко оцениваем свои заслуги. Не надо думать, что Бог не ценит наших заслуг. Он ценит, но он не торопится похвалить нас. Он всегда испытывает нас. Есть в книге Иова написано так, что «ты испытываешь меня каждый миг». Вот каждый миг Бог испытывает нас на наши на нашу доброкачественность. И вот, знаете, уже пора бы нас и похвалить, потому что Павел говорит, что не тот достоин, кто сам себя хвалит, правда? А кто достоин? А тот, кого хвалит Господь. Значит, Господь все-таки хвалит. Но бывает, что мы хотим, чтобы Он похвалил нас немножко раньше, чтобы наши заслуги были оценены как-то, ну, скорее, чтобы все это, ну, поняли. Хорошо, если бы Бог взял, да и засвидетельствовал так публично в церкви и сказал бы о нас такое, и все бы сказали: да ты что, какой человек среди нас находится, мы об этом даже не знали. Знаете, это очень тешит наше самолюбие, когда, ну, такие вещи вдруг происходят. Но Господь бывает не торопится с этим, Он испытывает. А действительно ли ты вот бескорыстно, не желая, там, не ища своей славы? Вот Христос интересные вещи однажды сказал. Он говорит, что как вы можете веровать, обратите внимание, как вы можете веровать, вообще стоит вопрос веры человека в Бога, или верит, или он вообще не верит. Говорит, если вы друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищите. Знаете, славу надо искать, но славу, которая приходит от Него. Когда Он хвалит тебя, не люди, а наши все дела, вот наши поступки, ну, может, не все, простите, ошибся, но множество наших дел, поступков, намерений – они часто зависят от того, и у нас это важный критерий такой в сознании, что люди скажут. Я даже помню, как-то мы были на Братском среди служителей, а один пресвитер так, ну, там рассуждали, я уже сейчас даже не помню, о каком вопросе,
Но меня его слова, знаете, поразили и запечатлились надолго, не знаю, на всю жизнь или нет. Он говорит: «Братья, что люди скажут?» Я думаю, вот тяна. Чем мы руководствуемся при принятии решений? Если мы примем вдруг вот такое решение, что люди скажут? Они же нас не поймут. Но это будет правильное решение или нет? Да никого уже это не интересует. Важно, что скажут люди. Если они скажут о нас плохо, наша позиция поколеблется, земля уйдет из-под ног. Мы можем рухнуть с высоты, на которую мы себя воздвигли, или люди нас подняли. Этой катастрофы допустить никак нельзя. Поэтому для нас очень важно, что скажут о нас люди. Вы знаете, есть элементарные вещи. Вот, вся наша жизнь, она состоит из отношений. Отношения с Богом, отношения друг с другом, отношения с родителями, отношения с детьми, с женой, с братьями и сестрами. Это отношения. И вы обращали внимание, что не все люди одинаково близки к нам. Это просто физически невозможно. У нас есть люди особенно близкие. Жена, муж, дети, друзья. Есть друзья близкие, с которыми мы можем делиться сокровенными там, тайнами, своими мыслями. Знаем, что они нас не предадут. Они нам могут дать совет хороший. Они разделят с нами нашу скорбь и радость. А есть, которые просто друзья, но не такие доверенные. А есть просто хорошие знакомые, которые нам полезны, нужны. Мы пользуемся их услугами, сами оказываем им услуги. И взаимовежливы. Но в тайны мы их уже не посвящаем. Это уже другая сфера. Эти люди уже на определенном расстоянии. А есть, с которыми мы просто здороваемся на ходу. А есть, мимо которых проходим, даже не удостаивая их взором. Ну, знаю я его, ну, видел, да, ну, ну, он для меня никто. Даже если мы в одной церкви. А бывает, когда церкви многочисленны, то люди там вообще даже и не знают друг друга. Просто знают, что это члены той же самой церкви. То есть, наш жизненный круг, он состоит из людей, которые находятся на разном расстоянии от нас. И это естественно. Мы не можем дружить одновременно, например, с сотней семей и ко всем ходить в гости. Вы сможете за год... Если вы каждый день будете ходить в гости, вы сможете за год сходить только ну, 3 раза в одну семью. Ну, 3,5. Ну, это физически невозможно. Надо жить и своей семьей. Поэтому одинаково со всеми дружить это невозможно. И мы разделяем вот эти отношения по тому, кто нам насколько ценен, дорог и близок. Вот в этих отношениях Бог имеет тоже свое место в нашей жизни. И вы знаете, к сожалению, Он не всегда у нас на первом месте. Хотя на устах наших, вот любого сейчас спроси, кто для тебя важнее, Бог или семья? Для кого семья дороже, чем Бог? Поднимите руку. Ни для кого. Я не буду спрашивать, а Бог дороже или нет. Конечно, вы скажете, ну, дороже. Теоретически мы так подкованы, мы так научены, мы так за многие годы себе это вложили, и это безоговорочная истина для нас. Мы по-другому даже мыслить не можем, но живем по-другому. Я помню, я когда только покаялся, это было в городе Мариуполе, и среди молодежи я участвовал, были такие новогодние викторины. И вот помню, там братья, которые организовывали эту викторину, и они там внесли такой вопрос. И нужно было расставить в последовательности, что в жизни человека занимает какое место. И там были предложены Бог, церковь, семья, работа. По-моему, все, я не помню, какие еще там были категории. Ну, по-моему, вот эти. Ну, естественно, все написали Бог на первом месте.
потом, по-моему, церковь. Ну, так считался правильный ответ, потому что кто-то же должен был оценивать эти ответы. Вот те, которые организовывали, они эти ответы, они вывели, ну, в общем, правильный ответ считался Бог на первом месте, церковь, семья, работа. Ну, вот. Ну, вторую и третью позицию оспаривалось там, потому что некоторые говорили, церковь и семья – это такое дело, что оно приблизительно на равных. Ну, хорошо, пусть будет на равных. Но Бог всегда стоял на первом месте. И вы знаете, вот у меня возник вопрос. Я потом подошел к этим братьям и говорю, вы знаете, я вот засомневался в истинности, правильности этого ответа. Говорю, вот смотрите, например, если ставить вопрос, что важнее, церковь или работа, мы, конечно же, ну, по теории, у нас на первом месте церковь. Но когда у человека попадает рабочая смена на то время, когда в церкви есть служение, никто не идет на служение в ущерб работе. Все люди говорят, простите, у меня вторая смена, я не могу быть в служении, а потом у меня смена поменяется, я уже тогда смогу быть. И все люди понимают, это уважительная причина. Попробуй, не сходи на работу ради собрания в церкви. Тем более в советское время. Очень строго с тобой обойдутся. И работы лишишься, и вряд ли ты потом куда-то устроишься, потому что соответствующие органы уже будут за тобою наблюдать и обеспечат твое будущее. И прежде чем ты куда-то придешь устраиваться, они уже там поработают и скажут, этого человека не надо брать. И начальник скажет, не надо, люди, ну извини, запретили. Так было. И оказывается, вместо церкви на вторую позицию надо работу поставить, если честно. И я хочу сказать, что и Бог у нас не всегда на первой позиции. Вот обратите внимание, я не знаю, может быть, я вас обижу в какой-то мере, но я вот обратил внимание, как у нас сегодня служение начиналось. Вышел брат, служитель, начинает служение, начинает читать из Библии, а в церкви стоит гвалт такой, что его даже плохо слышно. Я прошу, не обижайтесь на меня, я хочу быть честным перед вами. Вы знаете, меня, честно говоря, это обидело в какой-то мере. Ну, не то, что обидела, а вот ревность во мне взыграла. Помните, Христос говорил, что ревность по доме твоем снедает меня. Но когда он увидел, что в доме Божьем беспорядок, он возревновал. Конечно, я не буду ни бичей делать, ничего там. Но мне хочется, чтобы мы с вами... Вот знаете, мы же этот день не случайно для себя выбрали. Вот это время назначенное. Для чего мы сюда пришли? Детей наших друг с другом свести, чтобы они тут друг друга увидели, порадовались, поликовали, побегали там, или что, там в туалете пару кранов сломали. Или... Мы же не для этого сюда собрались. Мы пришли, чтобы почтить нашего Бога, который у нас по всем теориям и нашим выкладкам на первом месте. И мы приходим сюда, назначенное время. Вы знаете, мы же не только для себя это время назначили. Мы же молимся, Господь, мы будем там в 10 часов. Приди, мы тебя будем ждать. Приходим. Он пришел. А у нас есть важные вопросы по бизнесу, по устройству семьи, там, дома, решение своих проблем, по работе. И это надо срочно договорить. Брат поспешил, время, ну ничего, еще немножко, я не договорил, мне надо срочно решить. Или детям своим уделить внимание, что-то им дорассказать, дообъяснить. Знаете, это, казалось бы, мелочь, скажите, что, ну что ж, я своему ребенку внимания не уделю? Ну, конечно же, уделю. А ты можешь сказать своему ребенку, сыночек, время подходит, сейчас служение начнется, садись рядышком, будем чтить Господа нашего. Мы сейчас ему будем молиться, мы будем слушать Слово Его. Мы будем его почитать. Вы знаете, вы скажете, да, разве это что-то важное? Вот если действительно нас за Господа жизнь отдать, вот тогда мы покажем, как надо. Вы знаете, не покажем мы ничего. Я помню, одна сестра читала такое стихотворение. Я, конечно, стихотворение не запомнил.
и не могу это все в рифме передать, но суть содержания таково, что во время войны там городок захватили немцы и вошли в молитвенный дом. А в молитвенном доме висела такая картина с изображением Иисуса Христа. И они взяли эту картину, поставили, всех верующих собрали и говорят под дулом автомата, чтобы все проходили и плевали на эту картину. И многие люди объясняют это тем, что это же не Христос, это только изображение, да и вообще он, Христос может вообще даже и не так выглядит. Вот. И они проходили и плевали. Только ради того, чтобы сохранить свою жизнь. Это понятно, цена очень высокая. Но одна девочка, она подбежала к этой картине и стала вытирать эти плевки. Она сказала, что это мой Иисус. Люди говорили, что да это же просто изображение. Стоило ли? По-моему, ее застрелили, эту девочку, по стихотворению этому. Вы знаете, даже в критических ситуациях мы можем найти объяснение своему малодушию, своему неверию, своей неспособности ценить Бога и ставить Его на первое место в нашей жизни. Я хочу напомнить такое место Писания. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Кстати, вы понимаете смысл вот этой последней фразы? Что значит Господь Иисус Христос в славу Бога Отца? Слово Христос означает помазанный. То вот за то, что Он совершил, Бог дал Ему славу свою, превознес Его выше всякого имени, чтобы всякий язык исповедал. Вот, то есть всякий, кто услышал и узнал об этом, он засвидетельствует и сказал, что Господь Иисус, Он помазан в славу Бога Отца. Это то, о чем он говорил, что как вы можете веровать, если вы ищете славу от людей, а не славу от Отца. И вот он помазан в славу Бога Отца. Но в результате чего? Интересно, брат говорил, что противовес гордости – это смирение, да? И вот Христос, написано, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Он что, гордый был? Мы знаем, он не был гордым. Но я хочу сказать, что смирение, оно имеет, я бы сказал, ну, как минимум две таких ступени. Это одно, когда мы смиряем себя до правильного положения, до того, что, то есть до оценки правильной своей позиции в жизни, кто мы есть такие. То есть мы правильно оцениваем себя, на что мы способны или не способны. Есть вторая степень смирения, когда мы почитаем себя ничто. Это ноль. Вы знаете, как по температурной шкале Цельсия, ноль, температура замерзания воды, или же, если она замерзшая, она начинает оттаивать, это ноль. То, что выше нуля, это уже плюсовая температура, а то, что ниже, это уже минусовая. То вот опуститься до нуля,
в своем представлении о самом себе, в своем мышлении о своих достоинствах, это то смирение, которого Бог ждет от человека, когда начинаются у Бога отношения с человеком. Когда человек делается способным учиться у Бога. Христос говорит, если кто не отвергнет себя, если кто не отвергнет своих близких и всего, что имеет, тот не может быть моим учеником. Просто человек с высоким мнением о самом себе, он не способен от Бога ничему научиться. Его собственное мышление, его собственный взгляд на самого себя, на жизнь, на окружающих людей, сопоставление себя с собою, как Павел говорит, неразумно сравнивать себя с самими. То есть он такой, а я чуть-чуть лучше, о, значит, у меня все в порядке. Да не все у тебя в порядке. Если ты сравнил себя с гордым человеком, а ты чуть-чуть ну, не такой гордый, как он, то это еще не значит, что у тебя все в порядке. У тебя есть другое мерило. У тебя есть Христос. Но вот Христос, имея свое достоинство, написано, Он смирил. Мало того, что Он правильно оценивал свое положение в обществе и кто Он есть такой, Он как человек себя не превозносил, понимая, что Он есть Сын Божий. В духовной своей природе Он был Сын Божий и выше всего этого. Но среди людей Он нисколько себя не выделял. Он только передавал людям слова истины. Но для того, чтобы осуществить спасение рода человеческого, Он смирил себя более, чем Он имел свое собственное достоинство. Он смирил себя более, он уничижил себя до уровня раба и отдал себя на смерть. Он позволил, чтобы его, Сына Божия, в духе, по плоти уничтожили. Чтобы его распяли и убили. И эта смерть могла бы сделаться заместительной для всякого, ищущего в нем спасения. Для этого нужно было смирить себя более, чем ты достоин. Это нужно было умолить себя настолько, что нам, по сути дела, в нашем разуме, это не подвластно. Апостол Павел пишет Ефесянам, что чтобы вы уразумели превосходящую разумение любовь Божию. Вот любовь Божия, она превосходит человеческое разумение. То есть никакая человеческая логика, никакие человеческие объяснения, они не могут вместить и вобрать в себя суть любви Божией. Как можно это делать? Как можно это терпеть? Как это можно переносить? Ведь мы даже будучи верующими людьми, мы же Бога обманываем сотни раз. Вы обращали на это внимание? Даже когда мы говорим, Господи, больше не буду, а завтра пошел и опять сделал. Обманули? Обманули, конечно. А Господь поверил и простил. И когда ты опять приходишь и говоришь, Господи, ну теперь уж точно не буду. И Он опять верит твоим словам и прощает. Почему? Потому что Он любит. Потому что любовь, она всему верит. Вот если Он любит, Он верит тебе до конца. Хотя знает, что ты опять споткнешься, опять упадешь. И даже это будет надо, чтобы ты наконец понял, что ты не семи пядей во лбу, что ты не такой уж сильно умный, что ты не такой способный. Смирись пред Богом, признай. Просто признай. Понуждайся в Нем. Поищи не человеческой славы, не общечеловеческого признания. Его признание поищи. И тогда, как Он, ты будешь помазан в славу Бога Отца и будешь разделять славу со Христом после восхищения достойно. Написано, чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете. Поэтому, братья и сестры, может, я кого огорчил, и сердитесь на меня, я не имею зла. Знаете, когда человек имеет обиду или зло, он не скажет. Как правило, он не говорит. Но когда мы желаем блага друг другу, мы честны друг с другом, мы искренни.
Я не раз замечал в своей жизни, знаете, когда делаешь какую-то ошибку, и даже бывает этого не понимаешь или еще не сознаешь, а потом проходит время, и все-таки Бог тебя вразумляет, и ты понял, я неправильно жил и неправильно поступал, хоть я и верующий человек, но никто не подошел и не сказал. А ведь я окружен друзьями. Я в церкви нахожусь, там полно братьев и сестер, которые все это видели, но никто не сказал. Почему? Я бы, может, раньше это осознал. Пусть я даже посопротивлялся бы, конечно, плоть она всегда сразу начинает доказывать, я прав. Но если честно, человек подумает и скажет, а все-таки он был прав тем, что обличил меня. Почему мы молчим? Почему мы не говорим друг другу правды, которая бы уже давно победила мой порок или недостаток? Почему мы так чужие друг другу? Пусть Господь сблизит нас, даст нам в своей искренней любви добрые отношения, честность, искренность. Знаете, только такие отношения, они могут быть основой правильных отношений в церкви. Да благословит вас Господь и меня вместе с вами. Аминь.